Тенденции оптической моды можно рассматривать с точки зрения формы, цвета, материалов, а также необычных сочетаний, которые рождают новые оригинальные решения. В тенденциях этого сезона представлены круглые очки в стиле 20-х, кошачий глаз и авиаторы. Все то, что мы переняли от 20 века. Это, собственно, актуально и в этом сезоне. Если говорить о цвете линзы, сейчас очень актуальны зеркальные линзы, особенности цвета золота, синие линзы, которые удачно сочетаются и в спортивном стиле, и в футуристическом. В ряду авангардных находок стоит отметить использование в отделке оправы бархата. Бренд Giorgio Armani представляет бархат в благородном виде, более спокойный. А новая для Челябинска марка Italia Independent представляет бархат в более эпатажном виде, более яркий, дерзкий. Популярные в декоре оправ кристаллы трансформируются в шипы. Шикарные, дерзкие и гламурные. Такие модели мы видим в коллекциях Prada. В новой коллекции Dolce & Gabbana очень интересно исполнены заушники в виде металлического кружева, которые были сделаны лазерной гравировкой. Эту идею они переняли из своих подиумных показов. Также им принадлежит идея крапления золотых пластинок в пластике. Говоря о формах, стоит также отметить двойной элемент на переносице. Его используют Chrome Hearts, Ray-Ban, Miu Miu и другие. В коллекциях Dior много деконструктивных элементов, а это модель с шорами из кожи питона от Linda Farrow. В ряду технологических новинок хотелось бы отметить оправу марки Italia Independent, которая под воздействием температуры меняет свой цвет. А эта модель сделана из сверхлегкого карбона, благодаря которому оправа не сломается и не уйдет на дно бассейна или водоема. В общем, дизайнеры оптической моды предлагают нам в новом сезоне быть роскошными, сдержанными, элегантными, эпатажными и высокотехнологичными.